Ну, сейчас вопрос про поводу правительства. Вот единственная возможность выдвижения кандидатуры на должность премьера. Здесь главный вопрос. Правительство – табуретка, грубо говоря, или правительство всерьез? Потому что эти сценарии обсуждали, что есть возможность... Ну, одни политические акторы предлагают выдвинуть кандидатуру, за которую никто не проголосует, и тем самым в короткий срок две попытки не состоявшиеся и парламент распускается. Другие говорят, что социалисты... готовы хоть за табуретку проголосовать, поэтому надо думать о серьезном правительстве. Об этом... Я себе не представляю, чтобы госпожа Санду назначила на роль кандидата в премьеры табуретку, образно говоря. Ну, образно говоря, это да. Образно говоря. Это... Есть ли желание проголосовать за такого кандидата в парламенте? Возможно, есть, но я не думаю, что госпожа Санду на это пойдет. Хотя ходят слухи, да, что господин Дадон собирается или подумывает подавать заявку или собирать голоса, или непонятно как. И до президентских выборов об этом говорилось, что он намеревается стать премьером. Но пока об этом говорить рано. Посмотрим, какой фидбэк у нас будет завтра на дискуссии с фракциями парламента по той дорожной карте, которую мы предлагаем. Посмотрим, какие есть предложения у коллег. И в соответствии с этими дискуссиями будем идти дальше.